Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Павел, расскажите, какие цели вы преследуете, посещая этот форум? Какие ожидания у вас от недели самой? Ну, цели обычные, привычные. То есть, куда идет ритейл, коллеги, соотнести свое видение с тем, что в целом отрасль куда двигается, чтобы понять, ну, правильно идем, неправильно, скорректировать, может, свои ошибки. То есть такие больше стратегические цели оценить, сравнить со своими, ну, со своим видением. У вас в целом интерес больше к деловой программе или к выставочному стенду, который здесь представлен? У меня лично к деловой программе. А какие темы вас интересуют? Достаточно много залов, достаточно много сессий. На какой теме вам, может быть, вы уже посетили какую-то сессию, вам понравилось, или что-то вы ожидаете? То есть что, какой контент вам здесь интересен? Ну, мне интересно новые направления развития ритейла. Либо какие-то отстающие направления, которые у нас в компании существуют. Ну, вот, например, я вчера там чуть позже подъехал и сразу же посетил сессию по торговым комплексам. Какие перспективы развития? То есть у нас в компании есть несколько торговых комплексов, и они такие, ну, в таком старом формате. Вот. И мне очень понравилось выступление Анны, забыл фамилию сейчас, и где она рассказывала про то, как сегодня развивают торговые комплексы через инсайды. В общем, очень ценная информация. Я планирую там в ближайшее время вот именно это использовать в работе для компании, для нашей. Спасибо большое. Вот такие мнения звучат на форуме недели российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.